Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире «Есель Ахпарат». С вами Богдан Петров. Наурус – это праздник обновления природы и начала Нового года. Из-за распространения коронавирусной инфекции главный праздник весны сейчас отмечается скромно, без массовых гуляний. Так, на центральной площади Петропавловска городской акимат организовал выставку прикладного искусства. Подробности в следующем материале. На центральной площади города с соблюдением всех ограничительных мер организовали выставку прикладного искусства. Вниманию посетителей областной библиотекой имени Сабита Муканова представлено много интересных книг о традициях и обычаях казахского народа. А об истории возникновения праздника рассказали экскурсоводы резиденции Абылайхана. Всего в этот день на центральной площади городской акимат установил 3 юрты и 1 алтыбакан. С праздником жители региона поздравили заместителя акима области Ганин Игметов и глава города Булат Жумабеков. Наурыз отражает величие культуры и традиций нашего народа. От имени акима области поздравляю всех жителей региона с Наурызом. Желаю всем североказахстанцам крепкого здоровья, семейного благополучия и удачи во всех начинаниях. Наурыз в переводе с древнеперсидского означает «новый день». Этот праздник официально отмечается в нашей стране с 1989 года. За более чем 30 лет он не потерял своего величия и общественного значения и продолжает являться одним из самых популярных и всенародных праздников. Праздников единства, мира, согласия и доброты. Пусть этот праздник принесет в каждый дом мир и достаток. Желаю всем добра, семейного благополучия и всего наилучшего. Украшенные дома, богатый Дастархан, сана одна семья, цветущий Казахстан. Главенство бьет кожи, белых пьет кумыс. Желаем счастья всем, с праздником на Наурыз. В наши дни Наурыз Мейрамы стал общенародным праздником весны, труда и единства. Сегодня он одинаково дорог всем народам, проживающим в многонациональном Казахстане. Кирилл Потемкин, Жансая Каипова, Адиль Нуржанов, служба новостей. В этом году праздник Наурыз Мейрамы жители региона не смогли отпраздновать с таким размахом, как это было ранее. Но, тем не менее, на главной площади организовали небольшие культурные мероприятия. Несколько юрт, выставки, различные номера. Специалисты сферы культуры встречали посетителей, рассказывали интересные факты и многое другое. Тему продолжит наш корреспондент. В этой юрте представлены экспонаты музейного комплекса «Резиденция Абылайхана» и областного историко-краеведческого музея. С первых минут у посетителей складывается ощущение праздника. Здесь можно увидеть старинный казахский музыкальный инструмент «Адырна», оружие, конскую упряжь и многие другие экспонаты, которыми пользовались наши предки. Здесь мы знакомим жителей и гостей города с национальными традициями, рассказываем про наши обычаи. Посетителей много, особенно маленьким детям интересно, а взрослые люди приходят и делятся своими историями, интересными фактами. Еще в одной из юрт разместились сотрудники областной научно-универсальной библиотеки имени Сабита Муканова и городской библиотеки имени Шухова. Они читали посетителям новые интересные произведения. Хотя мероприятия проходят не с такими масштабами, как раньше, тем не менее настроение у североказахстанцев отличное. Настроение просто замечательное, все красиво и интересно. Нам ничего не помешает хорошо отдохнуть. Тут красивые картинки, мне очень понравилось. Пришел, тут такой праздник, юрты стоят. Качели вот с друзьями катаемся. Стоит отметить, что в преддверии праздника для жителей и гостей города тоже были организованы разные интересные мероприятия. Илья Кудряков, Нурсултан Теликтесов, Райнбек Бегужаев, служба новостей. Во всех регионах страны из-за ограничительных мер были отменены массовые гуляния в честь Наурыза. В Петропавловске жители и гостей города на улице с главным праздником весны вышли поздравить аниматоры. Необычный флешмоб организовал городской акимат. Персонажи известных мультфильмов в национальных костюмах прошлись по главным улицам областного центра и раздали прохожим сотни буклетов, в которых описаны праздничные традиции и обычаи, рецепт наурыз-кожи, а также правила национальных игр, таких как кокпара, аударыспак и алты. С ростовыми куклами горожане могли сделать фото на память и записать поздравительное видео своим близким. Поздравляю всех с праздником Наурыз. Спасибо организаторам. Такие куклы, такие парни молодые, девушки. Все рады, все веселятся. У всех хорошее настроение с позитивом. Желаю всем здоровья, счастья, успехов в работе. С праздником. Нас поздравили с праздником Наурызом.
Было так приятно. От души, конечно, я тоже хочу поздравить всех казахстанцев с таким замечательным весенним праздником. Всем здоровья, благополучия, удачи во всем. И давайте жить дружно, в мире и согласии. К этому часу у меня все. Увидимся в 17:30. До встречи.